нам в школе задали сделать макет Солнечной системы. Вот такой вот он получился у меня. Я его сделал вот так вот. Я взял цветные попрыгунчики, их облепил бумагой, а потом, когда они высохли, они вот стали вот как такими. Потом я их покрасил кисточками, ну вот, красками. И потом я их приклеил вот на оргстекло. Они вот такие получились. С помощью термопистолета вот здесь вот я так приклеил. И вот тут они приклеены. Еще я тут вот сзади, у меня тут обозначение там, сколько километров до Солнца, сколько вокруг своей оси. Вот эту вот надпись планеты Солнечной системы я взял скотч и поместил в принтер. И я там напечатал все вот эти вот планеты Солнечной системы. И вот эти вот надписи я тоже напечатал с помощью этого принтера.